А, стоять, хлопці, мене вправило. Бачите цього копілка? На похорони Путіна лава. Каже новий чоловік, полковник, майор, боєсна. Мілочь кидає, скільки не... Це не жаліє. Батюшка сказав, що безплатно вправили. З батюшки спрос не брано. Ребята с 72-й механизированной бригады позвонили и сказали, что вот мы видели на фронте у другой бригады такую машину. Вот неплохо было бы ее сделать, потому что она очень нужна нам. Мы как кошки слепые, ничего не слышим, ничего не видим. Ну и мы занялись этим вопросом. Есть некоторые разработки армии СОС, есть некоторые разработки канадской разведки. Вот мы их совместили, сделали автомобиль радиоэлектронной разведки. Не, так расход меньше, Денис, просто. Я ж не буду быстрее ехать. Ну остановитесь, да. Остановитесь, да. А машину нам дал Запорожский кабельный завод. Вот, ну нам подарил машину под этот проект. Он нам передал на баланс нашей организации. Здесь договор. Договор на машину. Да. Что, поедем? Здесь акт приема передач. Есть. Здесь все, что в ней. Я понял. Один, второй, есть. Третий. Ну, то есть номера это с этой машины. Это честные номера, как бы вот всех паспортов, все. Эта машина была такая достаточно плачевном техническом состоянии. Мы ее отремонтировали, сделали двигатель, сделали коробку, сделали кузов, обшили, утеплили. Ну, сделали ее придатным до пересувания. Так, разворачиваемся. А машину поехали, где мы сдаем? Ну сейчас туда едем, в этот, я так понял, сначала. Андрюх, ну я стою. Сань, Андрюх, а сначала мы куда едем? Все, мы едем на пост. Забираем Рому на Волноваху, едем в Богданову. Все. Все? Машину эту отдаем здесь? Да. Нет. Не, Богданов. А потом едем в Богданов, типа едем на... Это же на работу. На обучку. Да? Это значит там стоит. Ну, Сань, Даша. Помнишь, я тебе говорил, мы делали. Нет, ты же не казал. Ты сказал, ну, Дробина, я так сам он Леша. Ну, все ж, ну, за замком. Давай, мы доедем. Тут не кублица, а... Куда? Не-не, отбиваем. Запрыгнули. Сейчас, я сумку быстро. Война, какие у нас будут встречи. Так, заехал в Белую Церковь и неделю оттуда не вылазишь. И неважно, не только в Белую Церковь. В любой город нашей Украины. Везде. Везде наши друзья. Поехали. Поехали. Давай. Вот розетка, 220 вам. Да. Вот. Хлопцы, только в нее максимум мобилки. Больше ничего не суйте. Не, ну понимаете, лучше вообще ни хер. Который выдает... 220 вольт от аккумулятора, ну как преобразователь. Мы УПС переделали, потому что УПС, он более надежен, компьютер. Он снабжен специальными мачтами, ну укомплектован. Он укомплектован еще верхним багажником, на котором 4 кронштейна для 4 антенн. Мачты служат в случае, если там нужно какую-то антенну поднять, они ставят на мачту и выкидывают ее на 12 метров вверх. Он автоматически включается, выключается. Не, отсюда подсоединен в аккумулятор. С аккумулятора 12 идет на УПС. Из УПСа идет 220. Я понял. Первый от водительской двери. Два. И все разные. Ну, так, русский автопром. Два. От пассажирской, три от боковой. Четвертый на ключе, единственный, который сохранился от задней двери. Ремонт машины занял около полутора месяцев. И где-то около месяца мы обшивали, утепляли ее, тестировали. Коммутация вся происходила. Ну, где-то около двух с половиной месяцев. Полностью этот проект от начала до конца занял.
Ось все. Получив у быка в золотом уші в районі в себе. Біла, Дісма, Біла Церква, Ширван, Волноваха, Олінка, третій бат повністю, поки до розвідки. ПВО, піхота, розвідка повністю пройшов. Так, пожалуйста. Огонь, і що зараз отак зробимо, щоб огонь. Улыбайтесь, шеф, любит идиотов. Есть что? Еще раз. Да. Раз, два, нет. Три. Да, есть. Так надо подождать, на камеру сказать, с Новым годом. На камеру сказать, с Новым годом, с новым счастьем. А Фома — это машина, которая была в 72-й, когда они выходили из Дебальцева, они ее чуточку разбили. Вот, мы у них ее взяли, отремонтировали, довели до ума, ну, подшаманили и опять отдали. Лобс, пошли иди. Це у нас кухня. Тут готовиться їсти. Визначені люди їсть нам. Такі у нас условия. Что, Евгений, куда идем? Сюда? Да? Те условия, в которых сейчас ребята вынуждены стоять и защищать, грубо говоря, Украину от, я даже не знаю, как их назвать, ну, назовем их террористами, вот, и защищать их от террористов. Условия, ну, если сравнить с другими армиями, наверное, у нас только армия так живет. Це вот, мы тут поставили буржуечку, ну так как сегодня вроде как ветер в обратную сторону, трошки як поддымлю. Бачок греется, бак сверху, стиральная машинка, которую сами себе приобрели. Скидаемость на зарплаты. И так, хлопцы, тут топится, тут тепло. Запомнилась еще команда. Команда, которая делала эту машину, которая передавала эту машину. Ну, то есть у нас такой достаточно получился слаженный коллектив. Каждый понимает свою задачу, свои работы. То, что он может сделать, то, что он не может сделать. Друг друга подстраховывали. Ну, приятно работать в такой, знаешь, команде, которая... Те, которые действительно хотят что-то сделать, идейные такие, и те, которые не устают от этого всего. Потому что за полтора года очень много людей устали, да, и в принципе и мы же устаем. Только утром потом слышишь от пацанов спасибо, и вся эта усталость уходит.